Оппозиция Армении завершила акцию протеста у комплекса правительственных зданий в центре Еревана с требованием отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Как передает канал 13 со ссылкой на Интерфакс, после завершения совещания в Министерстве окружающей среды Пашинян в сопровождении многочисленной охраны направился в здание правительства под возгласы демонстрантов. После этого полиция вновь начала задерживать лиц, которые выкрикивали оскорбления в адрес Пашиняна. По последним данным полиции Армении задержано 57 человек. Ты вернешь, даже отдаст мне 1000 марок, спанов и вернешь.